Взрывоопасную находку в парке «Юность» на 8-й станции Большого Фонтана сделали рабочие скандальной стройплощадки. Около половины 11 утра они позвонили в ГСЧС. Когда спасатели приехали, нашли предмет, похожий на гранату F1. И на этом находки взрывотехников не закончились. Гранаты, підривники до артснарядів, мінометні міни, артилерійські снаряди. Цього три техніки вилучили 265 вибухонебезпечних предметів в часів Другої світової війни для подальшого знищення у спеціально відведеному місці. Отмечу, ранее здесь находилась стационарная береговая батарея отдельного артиллерийского дивизиона Черноморского флота, который защищал Одессу во время обороны в 1941 году. О существовании батареи сейчас напоминает лишь мемориальная доска на одном из камней. А вот само строительство на территории парка «Юность» уже давно сопровождают митинги и конфликты. И несмотря на это, мэрия Одессы все же разрешила строительство трех коттеджей.